это не просто. Это же папарацци. Это папа. Кира делает фотки. Пока. Посмотри на мою эстетику. Данил Степан. Нет, давайте вообще так сделаем. Тихо рассказывай. Сатура лесу родился. Вот, все. Теперь смотри. Дима очень напряженный. Почему ты напряжен? Дима! Там уж земля катится. Нет, ты разговариваешь на Фитана. Так, расслабься. Смотри на Фитана. Фитан говорит. Фитан просто стих рассказывает какой-нибудь. Давай, любой. Далила, встань сюда. Так, ты будешь изображать земной шар. Я? А что я? Так, сейчас ты увидишь, как... Посмотри. Вот смотрите, сейчас, когда Далила пойдет, я вот так хлопну, Далила пойдет, Далила, иди вот за мной. И, Дима, не надо быстро идти, потому что он медленно катится. Идешь вот так, тихонечко, смотри, вот так, идешь тихонечко. Вот так, да? Так, Сава, все это ноги потолечко. Нет, Сав, ближе к хомакею встань, потому что там на круче закрывает. Ага, все. Так, не шевелимся. Запись! Ты продаешь аккаунт убрал, Сав? Да. Уже приобрести. Конечно. Везет третья мировая война. Да, думаю, надо не избежать. Майнскрафт не нравится. Все. Фитана, ты не доиграл! Ты ушел! Ты не доиграл! Как еще раз? За тебя! Тебя нужно отпустить! Грядет третья мировая война. Да, думаю, нам ее не избежать. Запись! Запись! Ты продаешь аккаунт до Бравл Старс? Да. Насколько мы выиграли? Грядет третья мировая война. Да, думаю, нам ее не избежать. Нет, тут досматривайте, досматривайте. Еще туда смотрите, 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 туда смотрите. Все, 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 все. Да, ладно. Здравствуйте, вы продаете аккаунт Бравл Старс? Да. Сколько возьмем? 5 рублей. Дима, идем, почему слышишь камеру? Здравствуйте, вы продаете аккаунт Бравл Старс? Да. За сколько я могу взять? 5 рублей. Сделка? Сделка. Грядет третья мировая война. Да, думаю, нам ее не избежать. Я вообще не умеет играть. Да, конечно. Теперь не Бравл Старс. Да, нам этого не избежать. Я не сказала, что запись. Ну, похрен. Запись! Да, нам этого не избежать. Кубик круглый. Параллелограмм круглый. Вы пакет же смотрите? Нет, давай. Кашу. Шарик идет. Шарик идет. Я туда. Какой-нибудь хотя бы песенку какую-нибудь помнишь?
псих абсолютно. Да, любуюсь. Белые березы под моим окном. И на кроме снега, точно серебром. И на кроме снега, точно серебром. Все, много не надо. Там один куплет прочитала, куда катится мир. Вот я договорю, и ты сразу начинай. Да, все. Белая береза под моим окном, принакрыла снегом, точно серебром. Что-то древнее, вдруг чудесное. Да, катится мир. Так? Куда катится мир? Так, получается, вы же у меня, потом мир же не катится, да? Поэтому, в принципе, вы уже сейчас пока не нужны. Куда катится мир? Так, еще раз. Жена! Никто его не смотрит на Лёву! Говори. Блин, я не могу. Ну да, вот он. Апокалипсис? Покажите апокалипсис. Есть. Говорите, уже скажите. Апокалипсис. Куда смотрим? В камеру? Куда смотрим? Апокалипсис не за горами. Так, ну ты лишнюю на тумаке стоишь. Давайте тебе всегда сказать, что на тумаке. Уходи, дай поляжать. Что, этого похоронили? Дайте поляжать. Апокалипсис не за горами. Бегевайте, смотрите в ту сторону, пока шар не укатился. Очень хорошо. Села. Сказала, помедленнее не садится, она вообще села уже. Ну все, сейчас будем запись делать. Тишина в студии. Так, все, Рона, поставишь? Все, готово, да? Так. Запись. Кончик. Запись.
Так, Тимур, вот сюда ближе сделай. Да, чтобы он больше пробежался, да, в камере, в кадре. Еще даже сюда, еще чуть ближе. Ага. И ближе к Ромаке сделай. Ага. Все, давай. Все, давай. Запись. Всем известно, что мир катится в тартарары. А Лёва скажет, он пишет, ну, мало говорит. Поэтому он скажет: детка, что ты делаешь и куда? Вот эти два слова скажешь тогда, да? Угу. Детка, что ты делаешь? Куда? А ты говоришь... Ах, какой же ты забавный тебя. Придумал, какой шлюп будущий. Сейчас попробую. Так, запомнил, да? Детка, что ты делаешь и куда ты говоришь? Давай. Вставай просто туда, к этому. Хромаки, вставай. Слева. Хорошо получилось. Так, все, да? Вставай, сейчас ты. Рэперы. Кстати, неформалов, потом переодеваетесь в бомжи, а потом, когда вы катите мир, вы опять должны быть неформалами. Может, да. Ну, вот смотрите. Или хотя бы лучше бомжи сейчас отправить, потом, чтобы переодеться уже, чтобы сто раз не переодеваться. Сейчас сразу бомжи сначала сыграют, пока... А потом уже не формально. Давайте сразу. Ну, я хочу сказать, что вот сейчас вот переоденьте, потому что смотрите, вы сейчас сыграете. Вы в главной роли, вам надо сделать вид, что вы феечка. Давай я тогда. Да, я никуда не прятать не буду. Так, довольны? Я человек. Так, да. Вот это. Не похоже, тебе не поверишь. А сзади следует? Да, музыку включать свою. Как хрустят колени. Ну раз мы панки, давайте скис послушаем. А что не пошлая Молли или Фейс? Пошлая Молли. Давай мы... Зачем? Две маски сделать. Ну конечно, он темно-синий и не черный. Ты че? Вот это. Что? Типичные, это знаешь, подростки. Ой, вышел с кадра. И вот это счастье, пацана, все подумать. Вот это, конечно, да. Да ладно, надо помочь этой мелюзге. А мы же должны вставать? Нет, мы встаем на очень плане. Ты изображаешь, что встаешь, но там на очень плане встаешь. Все, понял, понял. Давай, еще раз говорю. Да ладно, надо помочь этой мелюзге. Говори, что там... Аллах! Можешь помолчать? Уф, Аллах! Бисмиллах, рахмен, рахим. Так, запись студия, запись, что пошло. Наливаем, и Виолетте он налил меньше, чем себе. Например, да? Одну каплю. И Виолетта обижается. Ты же меня кидаешь, а? Ты не можешь начинать его упасть. А тут по ответу уже бьет руками. И налил одну, и налил один миллилитр. Так, Дима, такой же бьет. Понятно, так, давайте сейчас пока изобразим. Я пока не снимаю, да? Уже есть бикстейдж, вы что? О, молодец. Серия опять. Я тебе бомжу. Мы переводим учиться. Все, все.
Владимир. Запись. Давай. Ты мне меньше налил. Ты чё? Ты чё, офигел? А чё ржём? Где это чё ржёшь? Запись. Давай. Ты, Виолет, изобрази, что на самом деле мало, что ты возмущаешься. Ты мне сколько налил? Это чё? Не ржите! И, Виолет, если начнешь смеяться, спиной садись. Дай Иве этому как следует, чтобы он это... Запись! Наливай. Кормаки не трогаем. Что это? Да дай ему Виолетту по башке. Запись. Давайте бейте друг друга, лупите уж, чё ж там. Как дети маленькие дерутся. По башке, я в школе. Мы можем побить с Полиной. Да по башке там. Это мой острова челлендж. Это мой острова челлендж. Остров Чехословакии.
крупным планом перебью, да, если что, да. Теперь пускай Петя не проходку эту сделает. Я боялась, что выйду, потому что съемку. Умничка, спасибо. Так, все, давайте опять эту проходку. Мячик берем. Паша, ты вышел, ты вот опять когда проходку сделал, ты сказал. Надо Давайте пока все пока скажем. С ней сделаешь со мной. А может, мой следующий правда? Давай. Давай. Митя, Карин, твой, Еще. Вон, смотри на тарелку, Карин, смотри. Можно вместо Карины Димы? Дим, ты сядь вниз сюда. Без разницы, да? Смотрите. Ну, я. Вот садись. Вот так, садись, чтобы у тебя камеры не было видно, но тебе будут кидать мяч. Садись, прям на пуп, садись. Так, теперь ты просто сиди. Теперь Полина и Паша. Паша держит мяч. Полина изображает рукой, как будто она идет Миру. Давайте, туда идите. А, я буду. Да. Так, давай. Вот как будто ты ведешь. Тут пошли. И вот то же самое, то, что делайте то, что вы делали. Давай. Идите. Так, все. Бери мяч, Полину. Ты бери телефон, а ты начинай кидать. Во. Так, все. И теперь следующий. Краше получилось, следующий дубль. Только, Полина, запомни вот эту точку, где ты сейчас стоишь. Паша, запомни эту точку. Потому что я понимаю, на втором среднем, если вы с этих точек уйдете, да, вы у меня в камере не поместитесь. Все, мы по-другому решили. Я, короче, прыгнула. Давайте, все, идите. За Крымаки идем. Все, давай, вперед, начали, пошли. Полина, Паша вышел с Крымаки. Играть. Арсений, отвлекаем ее. Сын, попробуй мне только слова не выучи. Попробуй, ты сейчас плохо скажешь. Бери листочек. На. Никаких телефонов. Вперед. Мини, не издевайся. Карина, сядь туда, она смотрит на камеру. Карин. На. Нет, заново. Я еще слово запись не сказала, вы уже пошли. Давайте еще раз. Все. Запись. Пошли. Запись. Давай, работаем, не отвлекаем, все равно ее снимаем. Карин, пожалуйста, иди туда, она смотрит в камеру. Нет, давай пись. Да уж. Запись давай, как будто ведешь, давай. Точки, особенно эти точки вставайте. Все, давай. Полина, ты, блин, далеко встала. Полина, шаг вперед. Паша, бери телефон. Паша, почему посмотрел в камеру? Она смотрит на камеру. Карина, сядь. Мия. Скажи мне. Нет, скажи, как ты скажешь. Карине говори. Маленькая. Давай, я хочу, где цветы? Скажи громко. Как ты думаешь? Я хочу, где цветы. Я тоже хочу цветы. Скажи, детская площадка. Ари. Давай, скажешь. Я хочу цветы. Нет, скажи. Я
Да. Хочу? Да. Где? Ты. Сюда. Ты. Да, теперь громче. Можете вы выйти? Конечно. Пускай она тихо говорит, да, потом по Ленина словами встанет. Пускай она озвучку сделает. Сам плашку надо открывала. Давай, говори. Только, давай, говори, говори. Пускай она говорит. Я хочу взять цветы. Там громко-громко скажи. Папа. Я хочу взять цветы. Вот так расскажи. Крикни на него, крикни на него. Хочу цветы. Смотри. Еще раз. Что? А Таина теплая. Это Таина и Даю. Я хочу где цветы. Я хочу где цветы. Еще раз. Я хочу. Паша, ты что двигаешься? Я хочу где цветы. Отойди. Нет, он должен стоять. Паша, стой. Восьмячком. Я хочу где цветы и кидай его. Я хочу где цветы. Кидай. Ой. Ой, ты что? Еще раз. Я хочу где цветы. Я хочу где цветы. Ну ладно, я думаю, достаточно. Давай еще раз. Один раз. Громко-громко. Валерина тут перезвучит. Я хочу где цветы, там кидаешь ее. Ее. Бам. Промазал. Я хочу где цветы. Вот я Валерина мячик держу. Ну, она может сказать. А, ну давай. Давай, давай. Твое мячик. Я хочу где цветы, кидай мне. Я хочу где цветы. Паша, вот что ты меня отвлекаешь? Ай! Давай, я хочу где цветы, давай еще. Я хочу где цветы. Я хочу где цветы. Молодец, давай еще один разик и все. Я хочу где цветы. Она даже на мячик кинуть, она же там на крупный мячик кидала и побежать в сторону. Смотри, ей кидай. Она, Карин, Карин, она даже ближе к хромакею, ну, без срезать умеет. Я Она сдавала все равно. Давай, держи. Нет, там один уж. Нормальные ноги? Полина, Нормальные ноги? Пускай, пускай, Карина. Полина, ближе встань. Паша, ближе к Пане. Теперь Паша, ближе к Мии встань. Паша, ближе к Мии встань. Паша. Не, подожди. Карина, уйди с кадра. Я все, скажу, давай. Давай. Беги, беги, ну, в принципе, нормально, только... Так, бегите за ней. Бегите, бегите, бегите за ней. Все, хорошо. Уже нормально. Не, вот уйди с кадра. Кидай. Полубоком ко мне, лицо почти сюда, только сюда посмотрел. Так, смотри, теперь ваша задача, вы, вот он катится, и он как бы вот подлокатится, и вот как бы немножко оставил, он его ногу. Цветы, солнце, радость, где большая детская площадка, где все, для всех всегда есть. Ты не прям силы как будто, а какой силы, же... как дешевле, он прям силы. А какое же ты забавное дитя! Придумал какое-то счастливое будущее. Всем известно, что мир катится в тартарары. А мне неизвестно. Мой мир катится совсем в противоположную сторону. Я со мной его буду туда катить. Ну, кати, кати. Поиграй хоть напоследок. Так, знаешь, я подумала, Тимур, надо все-таки в ту сторону повернуть мир, потому что, видишь, руки, но потом маску нам тяжело будет вырезать с него рук, да? Потому что вот этот цвет западает сюда. Все. Так, крупнее план сделаем. Все, пожалуйста, Арсен, лицо сюда ближе. Вот тут. Хорошо. Так, все, готово. Вот, да принесите кто-нибудь. Пожалуйста. Хорошо сыграл, вообще хорошо. Все, хватит. Так, и... Лев! Что? Лев ты! О. Нет, блин, ты иди его! Шашлык встал!
оторвали ноги в Адаида, закончив 3 дня назад, но он не сдается. Люди хотят его порезать на шашлык. Уже идет зомби-апокалипсис. Ты умер. Спи. Ну тогда вот так сделаем. Ну короче, не за ухо, ну как-нибудь там. Короче, развернуть. Ну так. За вот так. Слышь, ты чья серая? Конечно, ты сейчас какой-то такой. Ну, типа это, да, консервация. Мия, скажи, Мия, сделай. И ближе к моей сестре, да? Ну, как-то так разворачивай, так вот. Не смотри сюда. Так. Маша, так. Привет. Тимур, пожалуйста, ближе. Все так. Мия, не сделай наш поцелуй. Да, сделай наш поцелуй. Ты же не умеешь делать. Что с тобой делать? Что с тобой делать? Ты меня не вязаешь. Присядь. Давай тогда. Запись пошла. Куда катится мир? Идем, вставай хоть погуляй. Тоже давай. Скажи, Мила, сама не уходи туда, ищи Карину. Ищи. 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 Куда катится мир? Вставай. Вставай, погуляй куда. Давай. Тоже давай. Не хочу. Давай, давай, иди. Так, ошибка. Тимур, ты вышел с твоей. Куда катится мир? Идем, вставай. Нет. Вставай, погуляй, да, хотя бы немного. Да. Давай. И ты тоже, идем. Нет. Иди хотя бы ненадолго. Тимур, выходишь из драматея. Блин, а ты вышел. Давай заново. Куда катится мир? Идем, вставай, давай. Не, не хочу. Погуляй хотя бы. Нет. Тоже давай, идем. Нет. Идем, идем. Нет. Тимур, не уходи с Крымакея. Мия посмотрела в камеру. Иди, поехали, запись. Куда катится мир? Идем, вставай. Нет. Вставай, погуляй, да, хотя бы немного. Да. Давай. И ты тоже, идем. Нет. Тимур, выходишь из Крымакея. Блин, опять вышел. Давай заново. Тишина в студии. Запись. И ты там, типа, ну не просто смотришь, а такую там, типа, посылаешь подальше. Нет, не улыбайся. Во, вот так, главное, кивай. Не, вот так, главное, серьезно, кивай, просто пальцы там. Вот, все, готовы? Запись. Ну не бросим же мы нашего малыша. Ай, будет как будто это. Ребенок уже давно же убежал. Вот так, да, пока вы убежали. Вперед, еще давайте. Сюда.
такси делаю. Где моя маска? Ее дают. Ой-ой-ой, какой плохой мальчик. Быстро, Мир! Ой-ой-ой. Лёва, где? Бегом! Ой-ой-ой, какой плохой мальчик. Пока не стоит, быстренько встали. Бегом! Запись! Пошли, быстренько, бегом, 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 пока он стоит, 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 бегом, 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 тянет, 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 тянет. Супер хорошо, все, кончилось. А что тут ничего не знаю? Ты снимаешь или что? Он Мир толкает. Никто еще снимаешь или что? Да. Али, Тимур! О, Бэтмен! Спас! Такие вот. Лёва держит Мир. Нет, вы туда останетесь. Тимур, иди к Вале. Так, мне теперь нужно стать... Ну, так, мне теперь нужен плотный план Виолетты и Динслава. А где наш учитель? У меня есть вопрос. Я что могла опоздать? Почему? Лёва! Туда забери у него воду, забери её что-то. Я чугу, можешь я пойду? Не давай вокруг, а? Я чугу пойду. Нет! Мои бедные руки. Давай сюда. Так. Господи, сюда. Паш, Денислава и Виолетта, что станет? Так, всё. Крупный план Виолетты и Денислава. Крупный план. Давайте, ощущение, что вы толкаете Мир. Так, Денислав, ближе к Виолетте. Ты меня затолкал. Там. Меня так скоро зажмёте. Мне так скоро. Нет, смотрите, ко мне лица. О, всё хорошо. Всё, 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 всё. Я как злой, нет. Поэтому, как только она стала начинать толкать, не смотрите, сразу бегите, начинайте толкать Мир. Так, теперь Виолетта и Денислав, туда немножко отходите, потому что места на Камаке не хватает для Тимура и для Вали. Тимур и Вали, прям сильно прижмитесь к Денисламу, потому что чтобы вы в Камаке вместе были. 256. Все готово, да? Сейчас просто стоим, чтобы к Миру. Давай толкнем, Мир, как-то обратно. Сейчас Мир толкнем. Все, спасибо. Подождите, я чувствую. Все, готово, да? Ой. Так, все, дело за Мир. Все, дело за Мир. Толкай, толкай. Карина, уйди с камер! Запись быстрее бегите. Ладно, пусть она там толкает. Тимур, ближе, 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 ближе. Не получается. Почему вы этот Мир покатили? Он не должен катиться. А мы как уместимся-то, а? Вот ты прижмитесь друг к другу. Так, все, еще раз Мир. Так. Тимур, может, ему поможешь? Готовы? Денис там голос отпускает. Все, готов. Так, Мия, быстро на место встала. Давай сейчас не сумрять, чтобы пьем один. Давай вообще, задачи. Арсен, поможешь, смотри. Возьми его здесь, толкай. Ему же тяжело, мне помоги, пожалуйста. У нас такому тяжело. Да, он такой слабый. Все, запись пошла, быстро бегаем. Пошли, твой камер! Ничего не получается, Арсен. Не пукни. Арсен, ты же не на Камаке у меня! Стой на месте! Все, давайте, давайте, пока в ней ставим. Бегом, 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 бегом! Бегай, бегай! У меня так придумали. Тимур, когда бежал, он вышел с Камаке! Быстро опять туда. Бегом! Тимур, бегаем, 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 бежим. Тимур, телефон. Телефон. Давайте, давайте, я вас верю. Кому-то смешно. Прям как мне. Когда что-то случилось. А мне сюда.
Тимура. Карина без тебя может успокоить, не переживай. Встань около Тимура. Денислав, встань, потому что твой затылок уже не будет. Тебе приклеивают. В середину кровати встань, его отпустил. Ой, Денислав, да. У меня часы отмечены. А если где кто-то с камерой? Здравствуйте. Так, только камеру используем, толкаем. Все, вперед, толкаем. Толкаем. Лен. Денислав. Ух ты, один, два, один. Так, это можно толкать. Толкай, толкай, сейчас. Толкай, 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 толкай. Андрос! Вот серьезно, Андрос. Возьму Тимура и Бабе. Мне ваши затылки не нужны. Лицом тебя. Но в камеру не смотрим. Все, иначе толкаем, толкаем. Едем в детдом. О, молодцы, хорошо Бабе изображают. Толкай, толкай, все. Все, не сняли. Ну еще. Мия, помоги, пожалуйста, им же тяжело. Вот, давай. Все, Борислав, толкаем, 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 толкаем. Все играют, 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 играют. Толкаем, все играют, играют, все играют. Еще, 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 еще. Еще, еще, толкаем, толкаем. Слава Богу, все снова. Нет, еще чуть-чуть. Еще пошли. Продаем планету. А какая планета? Встали все. Пожалуйста, никто в камеру не смотрит. Все работаем, как будто нам всем тяжело. Денислав, Мия и Малахов. И Денис. Они без себя не смогут, Мия. Давай, помогай. Сзади способен. Толкаем, 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 толкаем. Быстро толкаем. Нет, быстро не толкаем. Толкаем просто. Играем, 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 короче, на меня за сына настраиваю, чтобы он посерединке был. Надо это поближе к кромаке, да, чтобы побольше мне 4 будет. Сэр. Да, старушка. А ты пока настраивай на нас камеру. Вязывай. Хотя вот так все, что ли? Вот так, давай. Слушай, мне кажется, я как телефон взяла, как-то шалят тело там быстро. Может тебе, давайте я свою пациентку, что я там, она как-то полегче, что сейчас отсюда. Вот так вот. Мне кажется, вот как у тебя завязано просто. Ну, я думаю, слишком просто будет. А можно вот так, как татарская бабушка? Да, как татарская бабушка это все. Так, получается, сцена такая. Я просто говорю, куда катится мир, тут же молодежи нету. Я куда вот я. Хорошо, актеры готовы? Так, пользуй. Я закрою. Если не разговаривай, держи голос. Тишина в студии. Готовы? Запись. Сейчас. Сколько дает, там правильно. А сейчас все что-то улыбаешься. Такие же зеркалы я и буду. Это вот бабушку себя изображаю, хотя, конечно, я еще... Я еще молода, да? Я того, чтобы быть бабушкой. Подлиза. Подлиза. Вот видишь, это Карина ваша, вот она так говорит, да, подлиза. А сама она так считает, такая бабушка. Тишина в студии, я только говорю, ты молчишь. У тебя что там, когда ты работает это с... Так, надо кольцо прочеркнуть. Вот по кольцу совсем. Ну ладно, бабушки обычно без дедушек, дедушки уже умерли. Обычно же так. А так 8 документов.
одноклассники закончились. Дедушки, колобок повесился. Кажи, кажи, ведь помер. Кажи, кажи, ведь помер. Если тебе со всех сторон нашептывают, говорят, кричат, мир катится в тартарары.